Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей, вы на канале Debian Underplay, и мы с вами продолжаем проходить Resident Evil Village. Пожалуйста, поддержите подпиской, лайком, комментарием. Я дальше буду продолжать пилить для вас крутые игры на своем канале. Давайте соберем 1000 подписчиков. Ну а вот, собственно, мы в прошлой серии добрались с вами до логового Баро, или Маро, или Монро, блядь. Вот, и пытаемся найти третью колбу с остатками розы и разобраться вообще, что происходит в этой деревне, что за бредятина. Так что давайте смотреть. Поехали. Вот, собственно, здесь мы с вами и закончили в прошлый раз. Так, это что? Лифт, водохранилище. Отлично, я в прошлой серии не посмотрел. Не посмотрел, что здесь еще есть. Так, фото редкого животного. Блять, ну это поросенок же обычный, какое редкое животное. Все, гоу, вниз. Прям быстренько, быстренько. Бежим. Так, это лифт. Это лифт. Поехали. Зачем разработчики сделали такой долгий спуск? Чтобы прогрузить локации, или для чего это, у нас заставки есть для этого. Или чтобы мы реально на себе ощутили, сколько это реально мы опускаемся вниз по времени. Я не понимаю. Просто зачем? У меня лифт на 9 этаж ездит быстрее, чем мы спускаемся здесь. Пиздец, но судя по всему, это очень глубоко. Прям очень. Ну, что, где, блядь, будет здесь конец или нет, блядь? Ну, наконец-то. Так, хорошо. Это мы где? О, блядь. Так ясно. Так, какая-то дверь. Заперта с другой стороны. Ну, еще бы. На что мы только могли надеяться. Так, здесь какой-то восклицательный знак, ну, я так полагаю, это наверху, там, где лабиринт, отображается он, потому что здесь, ну, здесь, я так полагаю, здесь ничего нет. Так, еще одна дверь, тоже заперта, отлично. Опачки, какой я внимательный, глазастый. Так, обломок какого-то кристалла. Какие-то грибки, блядь, жижа. Так, а мы куда идем-то? А это что? Ключ шестикрылым эмбрионом. Ну, это тоже, наверное, наверху. Потому что здесь, ну, не может его быть. Так, ничего нет. Так, так, так. Куда нам? Какой-то ковер, блядь, висит. Опачки, опачки, так быстро? Да ладно, серьезно? Стоит, блядь, телевизор смотрит, блядь. Белый экран. Прекрасно. Твою мать. Я готов на все ради тебя. К чему ты, блядь, готов? Это я заберу. Стой! Конечно, стой, мы это заберем. Что ты делаешь с чудо-ребенком? Она не ее. Ты что-то сказал? Да что слышал? Что ты несешь? Какой чудо-ребенок? Матерь хочет вернуть дочь. Да к черту тебя! Нет, нет, нет! Стой, стой! Заберешь, и все будут насмехаться. Но если я справлюсь лучше не всех, то... Стой! Ну еще минутку! Стой! Фу, блядь, не подкликай. Что смешно? Тупица! Болтаешь зря. Все кончено. Превьюшечка. Я перекрыл вход. Ах ты тварь. Здесь мои владения. Я тебя не выпущу. Черт. Ну, кто б сомневался-то? Мы от других легко уходим, блядь.
Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от тебя, говно, блядь, я тоже уйду. Так, спокойно. В смысле воришка, блядь? Если это дочь вообще-то, блядь. Я отдам ее тебе. Уже отдал. Так что даже не заморачивайся. Не просить не буду. Так, что такое? Куда? Черт, тут выхода нет. Выхода нет. Нихера, да? Не работает. Так, и чё? Угу. Чё, куда нам? Ну, судя по всему, куда-то сюда. Ну, собственно, вот и улица наша. А ты говорил, блядь, не выберемся. А ты говорил, не выберемся. Выбрались, блядь, ещё как. Так, сюда нельзя. Ясно. Какая-то хибара, хижина. Мельница. Так, бочка. Бочечка, отлично. А там у нас стоит какой-то сундук, судя по всему. И туда нам не добраться. Так, здесь чего? Чего у нас тут? Так. Чего? Положи ключ от лодки в бытовку в шахте. Ганс помер, рыбалки не будет. А помер он не случайно. Его съела огромная рыба вместе с лодкой. Ясно, я уже догадываюсь, кто у нас будет босс в этой игре. Это будет огромная рыба. Огромная рыба. Помните в самой первой серии, когда читала там Мия сказку со всей вот этой вот херней, и там было такое, что рыба вот эта была глазастая, она еще отдала свой плавник девочке, чтобы она там была голодная. И вот, мне кажется, в этой книжке были все боссы как раз таки. Завести нет, нам надо, судя по всему, назад, потому что ключ у нас, блядь, где-то в другом месте лежит. И мы сейчас отсюда с вами хрен уедем. Ладно, пробежимся немножко. Я думаю, тут никаких у нас неприятностей-то не ожидает. Все вот это. Так, опа, лестница. Лестница. А я ее с того ракурса-то и не видел, когда бежал. Так, что такое? Потрошки, отлично. Отлично. Тут он не пройдет, да, судя по всему? Что такое? Можно сломать силу, ну конечно же. Оп, нихера себе, сразу, опа. Ладно. Неудобно, конечно, играть на джойстике прямо. Медленно поворачивается, можно, конечно, в настройках поковыряться. На клавиатуре с мышью это будет получше. Ну да ладно. Как? Пол игры, как говорится, прошли и все остальное пройдем. Так, началась музычка. Оп, ходит наверху, вижу прям. Вижу. Так, спрыгнул, хорошо. Он здесь не один, судя по звукам. Он здесь не один. Так, перезарядимся. Наверное, давайте вот этого ближнего выхлестнем сначала. Готов? Готов или не готов? Хорош. Так, вроде больше пока никого нет. Трава. В смысле, ты упал, блядь, и отдал мне траву. Еще трава. Так, еще не все. Еще не все. Че это за мука, блядь? Напишите кто-нибудь в комментариях, нахера здесь в резиденте, блядь, эти с мукой. Мешки. Да дать они ничего не дают. Для чего они здесь наставлены? Может, нам в конце, конечно, это скажут. Че по карте? Нет, еще не все. Вижу еще одну бочку. Вижу бочку. Здесь нихера. Так, хорош.
Блять. О, откуда это вы поспрыгивали? Закрывай нахер. Так, что на стене? Ключ. Ключ вижу. Давай дробовичок мы возьмем. С вами. Куда тут без дробовика? Тут не... Хорош, бронированный, блядь. Бронированный. Блять, их тут слишком до хера. Прям очень. Вот он, сука, ходит. Так, спокойно. Это надо сделать вот так вот. Выбрать. Выбрать. И... накось. Отлично. Отлично. Так, ты-то иди нахер отсюда. Так, кристалл, нихера. Хорошо, я его прям уработал-то. Так, какой нахер? Все? Ну, я уже, блядь, стал профессиональным просто. С стрелком, блядь, по их отстрелу. Всякой вот этой, блядь, херни. Так, еще не все. А чем мы еще-то не взяли? Ключ взяли. Что здесь еще, блядь? Я сам там за собой закрыл дверь. Что-то мы еще не подобрали, а что? Это что за мешок? Нихера, просто так висит. Висит просто так. Так, и что? А что здесь, блядь? Что здесь можно было не собрать? Блять, красная карта. Красная карта. Ну, хороший, вы серьезно, что ли? А это что? Обломки. Блять, все равно красные. Где-то, сука, что-то есть. Где-то что-то есть. И, как я уже говорил, я хочу прям резидента пройти полностью. По возможности, конечно, постараться, чтобы все было открыто, все карты, чтобы ты, блядь, без заморочек, то я не ходил, потом не думал, блядь, что я там что-то не взял. Только я не понимаю, что здесь, блядь, еще может быть? Что мы тут не собрали? Или мы вот здесь что-то не взяли? Херня, конечно, блядь, получается. Опять эти поиски, блядь. Чего, непонятно. Опять, наверное, какой-то, блядь, кристалл где-то валяется. Ну, тут нету нихера. Здесь нихрена ничего нет, блядь. А, хорош, бочка, что ли? Серьезно? Ну-ка-ка, блядь, да не то. Во, отлично. Теперь все. Погнали назад, нам же надо. Ключ мы взяли, надо нам лодку завести и свалить уже отсюда наконец-то. Пробежимся, я думаю, ничего тут не случится. Катастрофического. Так, ну тут осталась неисследована вот эта вот комната. Это где был Моро. Ну, сейчас мы туда уже с вами никак не попадем, и тогда бы мы с вами не попали, там была заставка. Так, прошло сохранение, отлично. Так, кто такой нахуй? Кто такой? А с пистолета хочешь? Блять, надо было подождать, пока он сюда спрыгнет. Еще бежит. Бежит, еще бежит. То ли у меня пистолет мощный, то ли зомби стали слабые. О, отлично, череп. Череп, это хорошо. Так, ну здесь мы с вами уже вроде все обшарили. Единственное, как вот к тому сундуку проплыть? Завести. Ключ от лодки, поехали. И чё? Л перемещение.
лодка крутится просто, блядь, замечательно. Вокруг своей оси нахер. Такого, ну, не может никак быть. Водохранилище. А как сюда, блядь, подплыть можно, нет? Никак, блядь. Никак. Поэтому... Управление лодки, блядь, дебильное, на мой взгляд. Так, тихо, спокойно, аккуратно плывем, никого не трогаем, не задеваем. Это что? Это дамба какая-то? Ёб твою мать! Что за хрень? Ну вот это, собственно, та самая рыба, блядь. Наш босс, с которой нам придется столкнуться, как ни крути. А куда ты здесь уплыла-то, блядь? В стену, что ли? Или оно настолько глубокое само по себе, что там где-то снизу проплыла? Ладно. Ладно, плывем сюда. Глуши. Глуши, выходи. Так, аккуратненько. Это мы где? Так, здесь ничего искать не надо, судя по всему. Ну, мало ли. Посмотреть-то можно. А это что за проход, кстати? Это, блядь, куда вообще? Рыба у нас тут плавает. И где? Опа. Что это, сом? Или кто это, блядь? Кто такой? Сука, близко подошел, куда-то съебалась она. Куда-то уплыла. Ну ты воду-то не бултыхай, ну не видно же нихера, вот стоит. Ладно, спендали тогда, держи. О, еще одна, хорошо, держи. Рыбалка, блядь. Так, что, все? Нет, не все, блядь, еще где-то есть. Где-то есть еще. А где? Где рыба-то, блядь? Не вижу. Да ёб твою мать, блядь. Надо потихоньку уходить. Он воду бултыхает и не видно ни хрена. Может, здесь где в кустах сидит? Ну, блять. А, все что? Да ёб твою мать. Извиняюсь. Бежим обратно. Фонарь какой-то. Да ладно, хороший. Это что, лаборатория Амбреллы? Или нет? Что здесь за херня происходит? Что это? Что за лаборатория? Что за херню тут делает? Это что за нахер? Ёб твою мать. Кто это, блядь? А, не. Люди. Это люди. Отвали от меня! Бежать, сука! Итан. Знаешь, я удивлен, да, что ты Крис. Все еще жив. Здорово. Будет жаль, если что-то случится сейчас. Да, Крис. А что? Ты убил Мию. Убей меня и дело с концом. Эй, Кэп, датчик движения засек мощную активность. Пора валить. Крис, он же нормальный всегда был. Кто у нас? Не видно. Но мы. А что случилось-то? И Миранда знает. Эй, ты сказал Миранда? А вы тут при чем? Просто забудь, Итан, это больше тебя. Что у нас с анализом образца? Он определенно связан с плесенью. Плывет. Плывет, хорошо, сейчас она их съест нахер. Не суйся в наши дела, Итан. Так я еще... Назад! Так тебе и надо, блядь. Так тебе и надо. Пиздец, что происходит? Но он типа нас спас.
Я думаю, что они убили Мию. Мия, скорее всего, работала на них. Отвали! А это ты, что ли, большая рыбина? Серьезно? Выход под водой. Тебе конец. Пиздец, это нет времени. Вылезу, не переживай. Ты поздно. Миранда уже подготовила церемонию. Я послала тебя, чтобы отвлечь меня. Ты жалкий ублюдок. Не издевайся. Нечестно. С ней должен быть я, не ты. С кем с ней? О чем ты говоришь? Фу, блядь. Что, блядь, с тобой такое? Я не смогу его удержать. Боже. Ну, понятно, это он рыба. Мама! Это рыба он. Почему? Да ладно, ну да. Ну да, так, валим. Валим нахер. Это все деревянное, может быстро сломаться. Может быстро сломаться. Нам надо на сушку, блядь. Все, сохранялка прошла. Отлично. Блядь, он все сломал. Я думаю, что Мия работала, скорее всего, на Амбреллу. Да что же делать? На Амбреллу. Это что? Клиника Моро. И, скорее всего, они ее убили. Только почему? И Роза была, скорее всего, чем-то заражена. Сказал, что выход под водой. Шлюзовая. Шлюзовая. Так, это что? Изучить. Что это за херня? И все? А, это вот клетки, наверное. Они как-то должны работать. Откачать воду. Черт, да хер там. Электричества нет. Так, это что? Подайте ток на затвор шлюзовой. Инструкция по работе со шлюзом водохранилища. Сильный ливень может причинить вред местным водным организмам. Рекомендуем сбросить излишние воды следующим образом. Запустите ветродвигатели рукояткой, чтобы подать питание в шлюзовую. Потяните рычаг в шлюзовой, чтобы открыть затвор шлюза. Вот так вот. Я. Что за звук? Да хорош. Ну ты серьезно, что ли, блядь? А как ты вообще сюда поместился, блядь? Как ты сюда переезжаешь? Машинка это хорошо. О, чудно. Я как раз думал, чем бы себя занять. Да. Что у нас тут есть, кстати? Кристальный череп 900 всего. Так, ну, с двумя сочетаемые. А что сюда можно-то, блядь? Рыба. Я вот не знаю, только продавать ему, не продавать, блядь. Наверное, не надо. Наверное, не надо. Так, ну это мы все продаем. Так плохо. Да, вот что-то пока не важно. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. А что ты добыл-то, блядь? У тебя какие нахер товары? У тебя все как было, так и осталось. Так, ну качать я сейчас ничего не буду. Я смысла в этом не вижу. Сочное мясо. Качественное мясо. Рыбу, я рыбу вроде добывал, блядь. Сука, вообще ничего нельзя купить. Или продать ему. Установить любые модификации наружу. Или продать ему это, блядь. 4. Не, давайте по одному продадим. Ну вот скажите, зачем мне это? 3. Ни хера пока нельзя. Мясо птицы, блядь, какое-то. Ладно. Сохраняемся. Жить, если найдете еще что-то ценное. Обязательно, блядь. Приду тебе и скажу сразу же.
Так, это что? Здесь ничего. Туалет. Везде есть туалет, блядь, деревянный. Че это? Реагент. Да, блядь, возьми ты его. Все, взял, отлично. Бежим, пока никого нет, все спокойно, все отлично. Это что? Это рукоятка старая и веткая, она готова треснуть в любой момент. Надеюсь, не сломается. Другая такая у нас есть только на втором ветряке. Пиздец. Опа, курица. Готова. Готова. Ну ты не бегай, блядь, так быстро-то. Есть. Блядь, два патрона мимо. Сука. Расстрелял, блядь. Ну это для охоты все. Это для охоты. Так, что такое? А нахер ты мне говоришь, перезарядите, если у меня он перезаряжен. Это что? Ну вот, собственно, я уже насобирал-то прям нормально. Насобирали мы нормально. Так, здесь что у нас? Патроны пистолета, отлично. Вот это. Так, бочка. Так, вот это рукоять. Блять. Давайте, с какого раза у нас? И раз. И пиздец. Серьезно? Ну, блять, серьезно. Это, судя по всему, надо все их завести, эти мельницы, чтобы подать электричество, и тогда мы сможем с вами открыть дамбу. Ну, скорее всего, так. Что такое? Опа. Стой, подожди, залезь, блядь. Залезь. Я ж тут-то не посмотрел, может, тут что есть, блядь. Нет, нихера нету, поэтому... Ладно, давай. Полезли вниз. Нахрена, блядь, его так озвучили? Здесь что? Ничего. А, да хорош. Что по времени? Время у нас еще есть? Да хорош, да нет, блядь. Это сейчас эта рыба будет, сука. А, да? Сейчас же эта рыба, блядь, здесь будет. По-любому. А побыстрее как-то можно это проходить? Нет, блядь. Где? Да? Хера, блядь. Здесь все-таки рыба большая плавает, ты, блядь, в вальяжной походочкой ходишь. Это мы ломаем. Так. Да ладно, блядь. Сука, хочу, блядь, стать рыбьим кормом. Ну я знал, блядь, я знал. Все, валим. Быстрее беги, блядь. Быстрее. Да не пугай ты, блядь. Нихера ты не сделаешь все равно. Мне так кажется. Так. Это что-то желтая какая-то херня. Так, отлично. Опа. А где вторая? Да ладно, блядь. Что, серьезно, туда? И где? Где она, блядь? Я не вижу ее. Вверх и вниз! Опа. Нахер. Сука. Ладно, вот сейчас надо, наверное, судя по всему, на край, блядь, подойти. Вот она прячется где, блядь. Нашли, где спрятать, сука. Я почему-то так и думал, что она там именно, блядь. Так, ждем. Проплывай, блядь. Бежим, быстро, не останавливаемся прям. А, сука, чушок, ничего ты не можешь сделать. Так, бочка, спокойно. Нам сейчас нужно все. Собираем все, берем все. Это что? Понятно, это какой-то плод, блядь.
судя по всему. А, блядь, еще один нужен. Так, что куда? Что такое? Что за щиток? Вонище. Да, белок нормально, черви белок, блядь. Сразу мышцы вырастут. И? А, да? Ладно. Так, а это что такое? Что за херня? Так. А они временные, что ли? Чё они трясутся? Так, ну понятно, это надо, блядь, на скорость проходить. Нажимай, блядь. Так, не понял, а это? Это у нас что открывает? Нихера непонятно. О, патроны револьвера, блядь, отлично. Так, а это у нас что? Вон та херня. Так, давайте смотреть. Так. Ага. Падай, ну. Так, отлично. Значит, сначала включаем вот эту, потом вот эту и щемимся. Просто быстренько, блядь. Тихо. Так, спокойно. Ну, побежали. Бежим. А где, блядь, где еще одна? Сука. Все заново, блядь. Так, включаем. Так, сейчас все, кроме одной. Так, блядь. Это поднимается у нас вот эти. Это поднимается вторая, блядь. И это поднимается еще одна. Так, через сколько она падает? Мне интересно. Ну, долго она довольно, блядь, стоит. Может, надо не троить, а бежать? Нет, нет, сейчас свалится. Погрузится в воду. Так, понятно, достаем. Раз. Два. Да, блядь, как здесь пробегать-то нахер? Надо в другой, наверное, последовательности включать. Что-то меня это уже начинает напрягать. Так, стоять. Пусть они все упадут. Может, вот эту? Вот эту? И вот эту? Угу. Я сейчас, конечно, еще разок попробую. Блядь. Ой, сука. Почему она падает-то, блядь? Это включает вот эту херню. Это вот эту, блядь. Быстрее поднимайся. Может быть, попробовать так? Ага. Так вообще не успеваю.
Давай, беги, 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 быстро, 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 быстро. Вот и все. Вот и все, мы прошли. Мы прошли, пробежали, блядь. Опа, 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 блядь. Тормози, это цветок какой-то, блядь, это не рыба. Так, спокойно. Лучше всех! Да не пизди ты, блядь, лучше всех ты, блядь, ну. Так, вот он, блядь, пошел нахер. Можно, блядь, побыстрее как-то здесь бегать, блядь? Сука. В следующий раз постараюсь. Так. Бегом, бегом, бегом. Здесь у нас что, есть что, нет? А, нет, мы это отсюда, это опять, блядь, начало. Начало, начало, и... Это вторая, наверное, эта херня. Откуда-то взялась. Да. Блядь. Все, бежим. Так, аккуратно. Еще патроны, еще патроны. Давай скорее, блядь, шустрее. Все, отлично. Смотрим, смотрим, нихера тут ничего нет. Наверх. Так, не сюда. Еще один, блядь. Это что за баржа? Вот это я понимаю. И что это, блядь? Так, 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 что куда? Так надо, блядь, давай лупи ее. Быстрее, блядь. Так, куда, куда, куда? Залазь, блядь. Все? Мы это смогли или нет? Так, что куда? Куда, 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 куда? Опа, опа, опа. Отлично. Лезем. Быстро, быстро, быстро. Так, и чего? Ну я как-то наверху себя в безопасности чувствую, потому что он, блядь, ну не запрыгнет же он сюда. А хотя, хотя хер его знает, блядь. Может и запрыгнет. Так, это понятно, блядь, это ручка. Это чё? Сюда пока нельзя залезть, ясно. Давай крутим, запускаем мельницу. Блядь, а хер ты ее забрал-то, не крутил? Вот, понимаешь, Итан, блядь, не тормози. Где она, блядь? Рукоятка. А, эта рукоятка, кстати, подойдет. Мост опустить. Еще где-то я видел вот такое отверстие. Она нам еще пригодится. Забирай. Забрал? Все, валим нахер. Ничего? А, понятно. Лезем наверх. Все выше, выше, выше. Так, здесь куда? Куда нам здесь? Опа, опа. Я этого ожидал. Я этого ожидал. Ну, собственно, давайте еще эту поехали. Так, отлично. Где он? Где он? Где он? Вот он. Ну, в принципе, не так уж сложно, я бы сказал. Единственное муторное вот с этим... Круто! Чё круто? А, электричество дали. Единственное, откройте шлюз. Единственное, муторно было вот с этими переключателями, как бы, блядь. Ну, терпимо, терпимо, можно пройти, ничего страшного. Все, вниз. Вниз, вниз, вниз. Что у нас по времени? Ну, надо заканчивать. Надо заканчивать эту серию. Сейчас сохранимся с вами. Продадим там, блядь, все ненужное. И. А чё, куда, блядь? Да нет, это, блядь, это не сюда. Это не сюда, блядь. А где выход-то? Блядь, я зря я слез. Надо бы там поверху есть выход.
А я пошел не в ту сторону. Где-то, вот он. Так, спокойно, хорошо. Питание есть, электричество есть. Плюс мы еще с вами там насобирали кучу всего. Идем мы с вами к нашему, блядь, герцогу. Здорово, еще раз. О, чудно. Я как раз думал, чем бы себя занять. Так, продаем. Ожерелье нет. Мясо, птицы, рыба. Мясо. Так, давайте тут посмотрим. 3 из 3 у нас есть с вами. Это у нас что? Навсегда слегка снимает... А, повышает здоровье. Здесь тоже 3 из 3. Навсегда снижает урон при блокировке. Навсегда повышает здоровье. Вот это нам как бы надо. А, там 4 надо. 2 и 3. То есть у нас не хватает еще сухарной рыбы. 3-3-0. Качественное мясо, блядь. Здесь вообще 6. Навсегда ускоряет перемещение. Но это как бы хорошо. Да, это так. Жизнь. А если мы тебе это продадим? Как бы? Ну, скажите, зачем мне это? Но я пока не буду, скорее всего, это делать. Ты голоден? 82 тысячи у нас с вами. Значит, есть. Значит, ты жив. Конечно, жрать не будешь, подохнешь нахрен. Все у нас прокачано. Следующего уровня это прокачки, наверное, это после этого босса только будет. Поэтому давайте мы с вами деньги не будем тратить на всякую херню, как говорится. Я могу установить любые модификации наружу. Да, знаю, что, во мне знаю это... что ты можешь. Отличная сделка. Сохраняемся. Переписываемся. Так, что по времени? Ну еще минут 10 у нас с вами есть. Давайте хотя бы посмотрим, что здесь будет и как бы тут, блядь, изучить. Так, а у нас же вот эта херня есть. И как она у нас? Интересно, блядь. Это что? Что это снизу за херня? А, должны быть так, получается, оранжевые две. Блять, а как? Ну давайте попробовать, что. А, я все понял. Это, блядь, антенка вот эта наверху. Ну-ка, дай сюда. Дай сюда, как тебя, блядь, развернуть-то? Вот так, вот. Значит, по диагонали у нас оранжевые, одна голубая, снизу 2 голубых, 2 белых и 1 черная. Так. Так, так, так. Вот здесь голубая, вот здесь белая. Все. Поехали. Я надеюсь, у нас сейчас битвы с ними будет. Потому что на битву у нас точно не хватит с вами времени. Есть. Найдите выход. Я сейчас подожду, пока он это, блядь, на дне там останется. Он сдохнет, интересно, или нет? Мне просто интересно. Давайте мы с вами сейчас сохранимся. Сохранимся. И пойдем посмотрим. Потому что если там будет битва с боссом, то как бы мы ее оставим с вами на следующую серию. Потому что по времени мы уже не успеваем. Не укладываемся. Ёб твою мать. А куда ты пополз, собственно, мне интересно. Так, у нас же есть еще, блядь. У нас же есть вот эта вот херня.
Блядь, ты зачем выстрелил-то, бля? Найдите выход. И выход у нас, конечно, блядь, в той стороне, куда пошел он. Больше у нас выходов, блядь, нет. Так, а этого же здесь не было, блядь. Итан, блядь, включи фонарик. Так, нет. Там какая-то у нас бочка есть. Вот она. 10 000, нихера. Красиво. Так, здесь что? Здесь у нас опять нихера ничего. Так, ладно. Ладно, ладно. Возьми дробовик. Без дробовика здесь никуда. Что такое? 1 октября. Мать Миранда привела мне 5 людей из деревни. Все, как я и просил. Я услышал их какой-то... я успел их какой-то жидкостью, а потом положил коду в их животики. Теперь я жду, когда коду вырастет в их животиках. Отлично. 2 октября. Четверо людей из деревни умерли сегодня утром. Один почти оборотень. Я отправил его в свою лабораторию на горе. Опять неудача. Матери нужны сильные оболочки, но я не могу их сделать. Неужто больше людей из деревни? Нужно больше людей из деревни. Тьфу ты, блядь. Глаза сегодня слезятся, болят. Так, понятно. Так, это что? Опа, большой магазин. Отлично, а что установить-то? Будем мы его установить куда-нибудь? Где он? Использовать где-то. Это на полуавтоматический. Отлично, блядь. Отлично. У меня места прям вообще просто пиздец как мало. Так, ну да. Время, ребят, подходит к концу. Поэтому побежали мы с вами. Сохранимся. И в следующей серии уже продолжим искать, куда он от нас свалил. Все, сохраняемся. Еще раз, 3-й контрольный. Ну вот, дорогие друзья, на этом наша серия подошла к концу. Спасибо, что смотрели. Те, кто не смотрел, подписывайтесь. Ставьте лайки, комментируйте, поддержите меня, пожалуйста. Давайте соберем 1000 подписчиков. Обещаю, будет еще интереснее. Ну и по традиции, ребят, всем до скорой встречи. Всем пока-пока.